Знакомьтесь, Олег Хавайко, разработчик программного обеспечения, программист-разработчик алгоритмов. Олег Хавайко имеет степень магистра наук Национального исследовательского ядерного университета Москвы в области информатики. Сфера его интересов затрагивает интернет-технологии, блокчейн, криптовалюты и их алгоритмы. Он выступал ведущим разработчиком Emercoin. Олег работал старшим инженером-программистом, системным аналитиком и разработчиком алгоритмов во многих солидных компаниях, таких как Digital Equipment Corporation, Anki, Infomax INC, в Национальных институтах здравоохранения США, SXP Analytics и Fidelis Security Systems. С 2010 года и до настоящего времени является вице-президентом компании Jefferies & Company. Пройдите по ссылке ниже, чтобы посмотреть наш репортаж с господином Хавайко.